Док, сумасшедшим запрещено летать, верно? Да, конечно. Всех психов мы списываем, так спешите меня. Ты не сумасшедший. Почему нет? Уловка 22. Она гласит, что всякий, кто пытается уклониться от боевого долга, не является сумасшедшим. И ее никак нельзя обойти. Многие пытались. Прочитай последнюю фразу. Прочитай последнюю фразу. Да не мою, а чужую фразу. Прочитай последнюю фразу. Это снова моя фраза. О, нет, сэр, извините. Это моя фраза, которую я только что вам зачитывал. Я думаю, что мы с тобой единственные здравомыслящие люди на этой базе. Я решил увеличить количество боевых вылетов с 25 до 30. Гип-гип! Мертвецам нет никакой разницы, кто победит в войне. Это чистой воды лотерея. И если не повезло... Значит, не повезло. Это война. Война дает власть тем, кому ее давать не следует. Хорошо, мы договорились. Ровно 500 коз. Дело ведь не только в прибыли. Совершенно верно, сэр, не только. У меня больше боевых вылетов, чем у кого-либо на этой базе. И каждый раз они увеличивают норму. Говорят, Сэнди яйца оторвало. Я хочу на это посмотреть. Я больше не могу. Ты считаешь это невероятно смешно? Мы не такие разные, как кажется. Вот я счастлив, 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 умер. А ты грустный, грустный, грустный. Умер. Разницу видишь? Уловка 22. 17 мая.